Всем привет! Сегодня вам хочу показать мужскую сумку на пояс, которую мы заказывали через AliExpress. Сумочка у нас полностью черная. Вот. Вот я немножко, правда, не поняла, из чего сделаны замочки. Вот. Но вроде это не металл. По-моему, это какой-то пластик. И давайте мы с вами посмотрим, как же она у нас сделана, насколько качественно. Хочу сразу сказать, что стоимость этой сумки 1380 рублей. Ну, в общем, округлим 1400, будем говорить. Нам понравилось. И покажу вам, какая она по функциям. Значит, здесь ремень открывается. Нигде ничего не сломано. Все понравилось, в общем-то. Так. Здесь тоже, видите, хорошо сделано, крепко. И давайте посмотрим, что же у нас получается внутри. Значит, основной карман. Хочу сказать, достаточно вместительный. Несмотря на то, что сумочка маленькая, сюда можно положить и кошелек, и телефон, и еще что-нибудь. Ну, я не знаю, там наушники, все влезет. Очень большая. И смотрите, какая такая вот обманочка, есть карман здесь. Я его сразу, честно сказать, даже и не заметила. Можно заначку от жены прятать. Так, и вот здесь еще один маленький кармашек. Здесь как раз вот всякие проездные, очень удобно. Очень удобно, на мой взгляд, ездить куда-то на отдых, например, с такой сумкой. По поводу замочков. Вот показываю, что все хорошо, нигде ничего не заедает. Здесь точно так же. Как видите, все хорошо. Сзади ткань такая сеточкой, очень-очень плотная. Не намокает. Продавцом заявлено, что она не намокает. Дергаю постоянно телефон, не очень удобно. Вот, но впечатление, муж доволен. Честно сказать, это первая наша покупка, которая стоит больше 1000 рублей. Я чаще всего заказываю что-то подешевле. С сумками уже сталкивалась, заказывала как-то, ну, гораздо, правда, дешевле по цене женскую. Мне абсолютно не понравилось. Видимо, все-таки то, что дешево, не может быть хорошего качества. Вот эта сумка неплохого качества. Так что, если вы любите вот такой вот вид сумок, обязательно заказывайте, вы не разочаруетесь. Шла она, по-моему, до Москвы, если я не ошибаюсь, недели 3. Вот. Так что ссылочку я вам оставлю в описании именно на этого продавца, у которого брали мы. Пишите свои комментарии. Пока-пока!